друзья, я Григорий Герман. А давайте сегодня проведем очередную сверку-проверку настроений на просторах великой и могучей, на словах, а на деле просто здоровой страны-агрессора. Большой в смысле. А еще страны-спонсора терроризма, страны-изгоя, страны-чемпиона по санкциям, и это мы еще не начинали, страны, развязавшие полномасштабную войну в Европе, богатой и красивой на самом деле страны, которую превратили в милитаристическую помойку, загадив мозги ее жителям по самый ободок. И жители были не против. Потому что мусор, который им вливали минимум последние 9 лет, имел такой сладкий наркотический вкус превосходства и величия. Мы сильные, мы мощные, а самое главное, мы великие. У нас все великое. Литература, балет, а самое главное, армия и держава. Даже фекальные озера из-за прорыва в канализации у нас заливают целые микрорайоны. Че там, чита? Уже замерзло великое зловонное море? Или еще надо подождать, чтобы великая держава смогла убрать то, что сама и натворила? Ну ничего, вот сейчас Россиюшка ракетами по хохлам ударит, и они вообще в своем мерзко-красивом Киеве без канализации сидеть будут. Вот прям как у нас в Чите и в Волгограде. Будут жить еще хуже, чем мы, русские. А россияне станут жить лучше когда-нибудь. Надо просто потерпеть. А что помогает терпеть? Либо великая идея, типа построения всемирного царства коммунизма, либо постоянное сравнение с соседями и произрастающее из этого сравнения корявое дерево собственного превосходства. Уродливое, как вельвичье и удивительное. Африканское растение, похожее просто тупо на груду мусора. Мелкий бытовой снобизм, о котором могут рассказать таджики и узбеки. Да что вы, хохлы, можете, кроме борща и ничьяка месячно? Лицам восточной национальности квартиры не сдаем. Да Россия! Этот Казахстан создала! Захотим, уничтожим! Знакомая груда мусора, правда? Кстати, пониманию ситуации с Казахстаном была посвящена наша беседа с украинским политологом Николаем Давыдюком. Вот ее фрагменты. По некоторым социологическим исследованиям, более 60% казахов поддерживают Украину. Мы с тобой видим это в соцсетях. Мы с тобой видим это в огромном количестве пунктов, где собирается гуманитарная помощь для Украины в Казахстане. В общем, мы с тобой это видим по очень многим признакам, не только по этому социологическому исследованию. Как ты думаешь, почему? Почему Казахстан, казахи так поддерживают украинцев? Мне первое, что интересовало, а почему только 60? Вот, потому что все казахи, которые выходили всегда на связь, они как бы в тотальном большинстве. А объяснение простое. Север Казахстана заселен русскими. И вот как раз-таки вот та часть, которая не есть казахами, не есть людьми, которые есть там, как раз-таки и родились, и видят там свое будущее, а как раз-таки россияне, вот те как раз не поддерживают. А если говорить о Казахстане, действительно тотальное просто большинство людей за Украину. А ответ очень простой. Они не поддерживают Россию. Вот это ответ. Враг моего врага – мой друг. Вот. И мне кажется, Япония, снова же, что общего между Украиной и Японией? Mm-hmm. Да, или Британия, или Финляндия. Казалось бы, это страны, с которыми у нас нет ни границ, ничего общего культурного, кроме одного – видения врага. И они, и мы, и со светом, и без света четко видим зло. Зло, которое атакует, которое нападает, которое терроризирует и которое нарушает суверенность нас всех. И когда говорят, что Россия могла атаковать не Украину, а, например, Японию, я думаю, что в том числе был и Казахстан. Они выбирали, кого атаковать, кого бы им хотелось больше убить, и кого, как они думали, можно быстрее захватить. Ну, скажем так, они сделали худший выбор из того, что они могли сделать, и напали Украину, погрязли здесь, и здесь они погибли. То, о чем ты сказал, это выбор будущего, выбор будущей жертвы, тут я, наверное, должен с тобой согласиться, потому что на Японию они напасть не могли, и на Казахстан. Казахстан до недавнего времени был, во всяком случае, в публичном пространстве, во всяком случае, по высказываниям своих официальных лиц, довольно лояльным государством по отношению к России. Член УДКБ, январь в Казахстане, огромное количество связей на всех уровнях, которые пересекали, которые связывали Казахстан и Россию. Но при этом после начала войны, причем ощутимо после начала войны, руководство Казахстана совершило несколько неожиданных ходов.
Ну, вот как тогда казалось, неожиданных. Например, всем известное публичное непризнание Луганды и Донбасса, да, которое стало для многих таким «Воу! Раунд! Ничего себе!» На самом деле, это была не только поддержка Украины, это была еще и защита себя в будущем. Потому что все ролевые модели, которые Россия обкатывает в Украине, она пытается их имплементировать потом в других советских и постсоветских республиках. И вот сепаратизм, оккупация, убийство, геноцид, терроризм, снова же, это же не для нас, мы уже это получили. Это тренировка для них. Путина же самая большая болезнь — развал Советского Союза. Соответственно, собрать Советский Союз, вот это и есть его цель и амбиция. Даже не дети от Кабаева, а вот как раз-таки собрать остатки Советского Союза. Вот, вот этим, чем парится бункерный карлик. Поэтому я думаю, что они это понимали, четко понимали, стратегически они мыслят очень грамотно и правильно. Поэтому они начали помогать Украине, не признавая вот эти республики. Хотя Путин очень сильно обижал. Поэтому новый нарратив, да, вот этот вот нарратив про Казахстан следующий. Что значат эти пропагандонские выпады против Казахстана? Мы же с тобой прекрасно знаем, что они ничего не произносят просто так. Попытки запугать, попытки угрожать и попытки взять на слабо. Ну вот, снова же, депутат Госдумы выходит на трибуну и говорит, что вот Казахстан — это значит не государство, можем напасть, завоевать за 3 дня. Потом за Кыргызстан такое же говорили. Такое уже там за других говорили. Подождите, да вы нас еще за 3 дня. Да не прошло 9 месяцев, как за 3 дня вы нас не завоевали. Что же вы так спешите свою армию бросать из конца в конец? Вот. Поэтому это угрозы пустые, на самом деле, очень пустые. Вот. Но, тем не менее, они звучат. Это говорит о том, что в России есть имперские фантомные боли. Их армия в их воображении в миллионы раз больше, нежели их армия где-то под Херсоном, Харьковом или под Киевом, где она была просто ничтожно разбита. Вот это реальность. А то, что у них там в Думе они сидят и делают планы, как захватить мир, ну, это типичный наполеоновский комплекс. При этом и Казахстан, и Украина у нас же на самом деле очень много общего, потому что исторически в Казахстане была Целина и поднятие Целины, когда огромное количество самых разнообразных народов переселялось в Казахстан. Так украинцы появились во время Столыпинской реформы в большом количестве. Так появились немцы, когда туда переселялись народы. И Казахстан всегда был вот той вот юртой, в которой все эти народы дружно жили. Как и Украина всегда была местом и страной, в которой все народы дружно жили. Но имперская политика современной России, она отравляет людей, которые, условно говоря, родились и прожили, и были сформированы именно в путинской России. Ну, на самом деле, путинская Россия — это же очень большая токсичность, ненависть и расизм. Вот это коктейль, который он сделал из негативных чувств человека. И вот это что делало Путина сильным. Он начинал ругать, ссорить, убивать и проводить свои агрессии. А на самом деле в Украине с Казахстаном всегда исторически были хорошие отношения. И это как раз-таки на самом деле честная практическая дружба. Алга, Казахстан. Не пропустите эту программу. Но вернемся сейчас к России и настроениям, которые гуляют по ее заснеженным просторам, наполняют ее кухни и прожигают диваны возле телевизоров. С весны 2022 года, за прошедшие 9 месяцев, эти настроения претерпели изменения, которые невозможно не заметить. Да и как их не заметить, если они сквозят даже в традиционно бравурных и победоносных пропагандонских студиях? А значит, и в кремлевских коридорах те же сквозняки. Очертания уютного мани-мирка, в котором жили россияне в последнее время, вот контуры этого сильного и успешного государства, которое все боятся и уважают, потихоньку размываются, теряют четкость. По поводу «уважают» и «боятся», ну, это в русском мире почему-то взаимосвязанные вещи, не спрашивайте. Это предмет отдельной статьи в журнале «Ярбух фюр психоаналитикум психопатологии». Патологии. Так вот, от того, что знакомый ура-патриотический мир становится все более призрачным и на ощупь похожим на туман, россияне начинают нервничать и огорчаться. Аппетит его портится, кура и ролтон не лезут в рот, а в голову начинают лезть всякие крамольные мысли. Да и как же тут не лезть-то мыслям, если Женька Скобеев орет, как резанный в студии, мол, все вокруг западное, все сейчас остановимся, и мы все умрем без телефонов, сапсанов и дальнемагистральных самолетов. Давайте все национализируем, давайте! А на чем мы будем ездить? На чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы с вами, что ли, к этому привели? Давайте, я не знаю, к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте! Но от этого не появится Сапсан сейчас новый. Самолет не появится.
Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное. Правительство или... Пожалуйста, национализируем сейчас. И что делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Ну, вы помните вот это, да? Супруга его, Ольга Пропагандоновна, так вообще может служить живым примером понятия «вселенская тоска». Все чаще из ядовитых пропагандянских уст звучит название Гаага и истошные вопли «Мы не можем проиграть, потому что не можем проиграть ни за что!» Знаете, что психологи часто утверждают, а? Что приставка «не» бессознательным не считывается. Мы не отступим из Херсона, мы не ищем переговоров, нам не страшны санкции. Мы не можем проиграть. Понимаете? Так вот, у россиян, живущих в современной России, вот это умение опускать «не» в публичной коммуникации власти ее прилипал, это либо предустановленная функция еще в Советском Союзе, либо переданная с молоком матери, рожденная в Советском Союзе, или же результат эволюции. Спасибо Дмитрию, Россия не нападет Пескову и прочим гремлинам from the Kremlin. И тут еще и Мобик, он же Чмобик, он же Фиксик, он же Кузьмич, очередной плач запишет на телефон, мол, голые боссы, и из 100 человек остался только командир, потому что сбежал. Так что изменение настроения в стаде налицо. Но вот насколько эти изменения в настроении приближают нас, украинцев, к столь желанному в марте 2022 года открыть тому неповиновению и россиян анмас, и российских, прости господи, элит? Каким может быть этот процесс? Ну, динамика-то есть... Или нет? Давайте разбираться. С российским политологом Аббасом Галямовым, человеком, знакомым не только с настроениями российского общества, но и с множеством конфидентов из российского властного круга. Оставайтесь, будет интересно. То, что Россия пытается сделать с Украиной, является свидетельством какого-то определенного коллапса идей, да, который есть в Кремле, но во всяком случае, с точки зрения. Обстрелы террористической, абсолютно энергетической инфраструктуры, имеющие целью некое мифическое стремление украинцев и возможности, желание украинцев снести власть, устроить здесь какие-то танцы, как мне кажется, свидетельство этого. Как с вашей точки зрения, какие положительные для себя перспективы в этой войне вообще, в принципе, может видеть Путин и вся его кремлевская комарилья? Ну, каких-то грандиозных целей Путин сейчас перед собой уже не ставит, в отличие от того, что было в феврале. В феврале и частично еще в марте. То есть он, в принципе, уже понял, что победить ему не удастся. Он уже с этим смирился, это очевидно. Максимум, на который он сейчас рассчитывает, это, значит, завершение с каким-то промежуточным результатом, который, ну, хотя бы в чем-то, хотя бы в одном, там, двух аспектах позволит ему все-таки употребить слово, если не победа, то успех. Mm-hmm. То есть в договоренностях по итогам войны должно быть что-то, по поводу чего российская пропаганда получит возможность говорить, вот смотрите, после вот этого у нас раньше не было, а теперь оно у нас есть. Да? И это значительно улучшило нашу ситуацию. То есть нужен ответ на вопрос, зачем? Вот если не будет вот этого какого-то улучшения по одному из параметров, ну, условно говоря, попутный коридор в Крым, mm-hmm. да? или все-таки согласие Украины на внеблоковый статус. Это уж предел мечтаний. Так сказать. Вот раньше у нас этого не было. Раньше Украина могла вступить в НАТО. А теперь уже все. Она точно не вступит в НАТО. Да? То есть вот появится что-то, чего раньше не было до начала войны. И это будет, вот это нечто будет использоваться как оправдание для того, чтобы объяснить людям, зачем вообще все это было нужно. Потому что если вот этого нечто не будет, ну, вопрос о том вообще, а что это было, зачем? Mm-hmm. Но этот вопрос, конечно, уничтожит остатки путинской легитимности в достаточно краткосрочной перспективе. Это не в один день произойдет, да, но дальше, по мере, так сказать, вот, ну, война закончилась, да, будет происходить некая нормализация политического процесса, вот эта истеричность будет постепенно уходить. Дискурс, вообще, ну, сами настроения людей чуть менее, вот, значит, истеричными станут, более спокойными, да. И вот по мере этой нормализации люди все больше будут обращать внимание на свои бытовые проблемы, на умирающую экономику, на растущие цены, на дефицит всего и вся, связанный с санкциями, на падающий уровень жизни, на инфляцию и так далее, и так далее, и так далее.
И вот люди все это будут все больше обсуждать, это все больше будет становиться предметом публичного политического дискурса, и неизбежно будут возникать вопросы, в результате чего вот так получилось. И люди постоянно будут приходить к одному и тому же ответу. А вот после войны, из-за войны, а вот из-за санкций, да? И это неизбежно будет приводить к постоянной постановке в повестку вопроса такого, сначала немого, может быть, даже. Ну, то есть, кто там, помимо радикальной оппозиции, этот вопрос поначалу никто не будет задавать. Но люди, этот вопрос до них будет все более активно доходить. У нас, слава богу, уже там как минимум половина населения постоянно пользуются интернетом для получения политических новостей, даже уже больше половины. И они все больше и больше будут этим вопросом проникаться. А зачем вообще все это было нужно? И если ответа «зачем» нет, то этот вопрос неизбежно в какой-то момент, опять же, не так уж много времени понадобится, не знаю, полгода, максимум год, приведет к ответу «а вообще не зачем?» Это вообще какая-то ерунда была. Сейчас еще этого нету? Нет, это есть. Не, смотрите, это тоже есть в значительном сегменте, в оппозиционном сегменте, в небольшой части среди колеблющихся. Вот. Но эти все процессы пока заморожены вот этой истеричностью этого дискурса, да, вот этой идущей войной, льющейся кровью, взвинченность такая всеобщая. Вот. А вот тут по мере нормализации, да, вот ухода, спада истерики, ухода эмоций, этот вопрос все больше дальше и дальше будет проникать в среду колеблющихся поначалу, а потом и лоялистов. И поскольку ответа на этот вопрос не будет, да, он это обязательно приведет к пониманию, что вообще все это было зря, что это было в лучшем случае ошибка, а может и преступлением. И это будет разрушать путинскую легитимность с все более ускоряющимися темпами, если можно так сказать. Вот вы сказали только что оппозиционный дискурс. Он вообще в принципе есть неконтролируемый Кремлем оппозиционный дискурс? Потому что я слышал только о двух ветвях, то есть правые, ультраправые, которые сейчас Путина пугают, поэтому военкоров прижали к ногтю, поэтому там Гиркина отправили на фронт, чтобы он не отсвечивал. Или же там крайне левые, которые пока что еще это поле не взнуздано, да, насколько я понимаю, кремлевцами. Вообще, в принципе, можем говорить об оппозиционном дискурсе в России? Да, конечно. На самом деле, вот то, что вы разделили там пропаганду официальную, отделили ее от там военкоров, от Гиркина, это, на самом деле, для небольшого числа людей есть разница. Для подавляющего большинства людей есть всего два лагеря. Один провластный, один оппозиционный. Вот основной водораздел. И оппозиционный дискурс, он сейчас уже явно жестко, так сказать, оппозиционной точки зрения придерживается, откровенно, не боясь в этом признаться властям, в районе 20% населения. Ага. Даже в ЦИОМ или там Левада фиксируют, одобрять или не одобрять деятельность Путина, например. И вот что-то там в районе 18-20 говорят честно, не одобряем. Даже в нынешних условиях, когда Путин, главнокомандующий воюющей армией, страна, так сказать, на войне, и сажают за любое проявление несогласия, находится 20% смельчаков, которые говорят, я не одобряю то, что делает Путин. В более мягкой форме, например, отвечая на вопрос, вы за продолжение войны или за переход к мирным переговорам? Да. Это менее оппозиционная такая формула, да, потому что, вроде как, наши тоже время от времени озвучивают тезис о том, что мы готовы к мирным переговорам. Тут, правда, Лавров опять опроверг. Вот. Но в целом этот тезис звучал и от Путина, и от Пескова неоднократно. Вот. И, соответственно, вроде как сказать, я за мирный переговор, тоже там сомнения есть, но сейчас уже меньше, последние месяцы, поскольку, повторюсь, этот тезис от представителей власти, начиная где-то там с середины лета, или там с конца лета, он звучит. И в этом виде, людей, которые говорят, что они за мирные переговоры, последний раз Левада-центр их зафиксировал в октябре,
было 57 или 58, если не ошибаюсь, то есть почти две трети. Вот. Поэтому, значит, сегмент огромный. То есть в жестко оппозиционном виде это там условно 20%, да, в мягком виде это уже больше половины. Да? И, ну и провластный лагерь, он в этом смысле ужимается. Вот, в принципе, вот этот оголтелый патриотизм, продолжаем войну прямо сейчас. В октябре, согласно данным Левади, поддержало 36%. То есть треть. Это октябрьские цифры. Да, октябрьские. Потому что в ноябре, не было. В ноябре пропаганда и Соловьев, и Симоньян, и Скобеева, и все остальные, они очень сильно и мощно начали прокачивать идею о том, что в случае проигрыша отвечать, бедствовать и страдать будут все. И последний дворник, подметающий кремлевский двор, его тоже потащат в Гаагу на ржавой цепи и будут там устраивать ему судилище с гнилыми помидорами. Это результат вот этих вот 57%, которые готовы идти на мир? Это не впервой используется вот точно на каком-то этапе. Я сейчас, я все-таки не историк, и значит, не то, что вы знаете, в нюансах всю историю знаю, но точно помню, что на каком-то этапе геббельсовская пропаганда, этот тезис, тоже массированно начала внедрять, то ли после поражения под Сталинградом, то ли после того, как, значит, бои переместились уже на территорию Европы в 1944 году, когда советская армия пересекла границу, государственную границу СССР. Вот в какой-то момент Геббельс включил вот эту волну. То есть уже отчаяние, так сказать, они уже перестали апеллировать к эмоции победы, скорой победы, вот, с которой они начали когда-то, и стали включать противоположную эмоцию отчаяния того, кто терпит поражение. И та самая Симоньян, та самая Скобеева, которая еще вчера, значит, верещала, сейчас Киеву там конец, значит, когда она вдруг начинает вещать ровно в противоположном, значит, ключе, что там, вот если мы проиграем, то нам, значит, конец. Это в первую очередь, первым следствием будет деморализация сторонников властного лагеря. И воодушевление, второй еще более важный фактор, воодушевление сторонников оппозиции, противников войны. Да, а именно это воодушевление, как я сказал, и является главным триггером революции. Ну, насколько я понимаю, плюс ко всему, главным не катализатором, а наоборот, тем веществом, которое замедляет реакцию, могла бы стать некая отечественная, в прямом смысле этого слова, война, да, вот такая вот накачка людей и народа о том, что ну, мы же ведем отечественную войну, ну мы же вот на нас напали, мы же защищаем. Но насколько я понимаю, вот исправьте меня, это не работает. Нет, конечно, потому что отечественная война не может вестись на территории другого государства. Ну, блин, есть, понимаете, извините, ну, даже надо если понимать, назвать его, даже если флаг поставить в Совете Федерации, он все равно не станет. Ну, конечно, понимаете, ну, пропаганда, она все-таки не может исключить полностью, она пытается игнорировать объективно существующую реальность, но она не может это сделать на 100%. Ну, не на нас напали. Ну, это очевидно даже самому тупому лоялисту, понимаете? Да, есть тезис о том, что если бы не мы напали, то они бы на нас напали. Ну, блин, но все равно факт есть факты. Факты вещи прямо от них, что называется, не спрячешься. Особенно в ситуации трудно спрятаться от них. Когда в целом доверие к дискурсу властному падает, понимаете? И есть факт. Мы напали. И эта война, понимаете, все-таки... Но она просто не может идентифицироваться с отечественной, да, а просто в силу вот этого объективного обстоятельства, что она идет на чужой территории. Отечественная война — это когда сапог оккупанта топчет родную землю. Да. Выдать Херсон за родную землю, ну, блин, ну как ни старайся, ну не получится, да. И Запорожье ты не выдашь, и даже ДНР, ЛНР не идентифицировали люди себя с ДНР, ЛНР. Крым — чуть-чуть другая история. Может быть, в случае с Крымом это бы триггернуло нападение Украины на Крым. Но Украина умная, она пока на Крым не нападает, она его только обстреливает, во-первых. Во-вторых, вот в момент, когда Украина нападет на Крым, уже не стригернет, потому что уже будет в целом упаднические настроения, и уже будет, так сказать, бегство, отступление. Многие ли в России понимают, что время правления Путина уже приходит к концу? Я имею в виду сейчас не простой народ, а вот элиты.
элиты. Мои, значит, ощущения из общения там, да, значит, с теми, кто мне доступен. Там обвальное просто падение путинских котировок. Значит, там уже звучит в среде лоялистов в целом, людей, обязанных Путиным, по сути, всем, так. Уже среди них нередкость формулировка «да чтобы он сдох». Вот. То есть люди уже мне по телефону не боятся некоторые это говорить. Большинство пока еще боится вот так прямо открыто говорить. Но нет, они, у них оппозиционность гораздо помягче такая. Ну, ну не, конечно, что-то не то. Но... А людей, которые говорят, чтобы он сдох, все больше. И... Да, поэтому там динамика очевидная. И... Ну, вы имеете в виду, когда это все превратится нет, в это приведет, переворот какой-то? Да, это приведет, может привести к чему-то, к каким-то действиям. Ну, вот но смотрите, Путин, для того, чтобы вот ничего за этим не последовало, Путин очень сильно старается, для этого у него Пригожин. Да? Потому что перспектива, значит, оказаться один на один с Пригожиным, с головой примотанной к печке, она, конечно, любого... самого горячего представителя истеблишмента быстро охладит. Там ваши конфиденты, они говорят, что там, ну, Пригожин, да, то есть вот человек, которого они опасаются, да, это Пригожин. А где ФСБ в этой схеме? ФСБ, конечно, потерялась на этом фоне по сравнению с Пригожиным. И, безусловно, это чекистов бесит. Надо понимать, что, в принципе, чекисты, ну, они-то как раз вот в этом смысле государственники. То есть они совершенно им плевать на закон, да, но совершенно не плевать на свой собственный статус как основных носителей государственной силы. И тот факт, что, значит, теперь звезда на этом небосклоне не они, а уголовник, она, это, конечно, их бесит. И в какой-то момент они, конечно же, Пригожину шею свернут. Ну, не буквально в смысле слова, посадят, скорее всего. Да? Но, в принципе, я абсолютно уверен, что это случится. Ну, окей, в любом случае дестабилизация режима произойдет и может произойти в общественном мнении или в элитном мнении после очередного поражения какого-то. Да? Там, украинское наступление зимой на фронте в любой части. Луганск или что? Луганск, например, освобождение Луганска может стать катализатором? Или для этого нужен коридор в Крым? Нет, почему? Освобождение Луганска может стать, освобождение Донбасса может стать, коридор в Крым. Ну, вот я уже говорил, ну кто мог предсказать, из-за чего триггернется сейчас в Иране? Кто мог предсказать арабскую весну, что все начнется из-за самосожжения Мухаммеда Буазизи? Господи, никто не знал, кто такой Мухаммед Буазизи. Провинциальный торговец, мальчик, торговавший фруктами. Вот. Невозможно предсказать. Да, извините, наша февральская революция, я уже 100 раз этот пример приводил, но просто уж очень в тему. В январе 17 года Ленин, человек, который как никто много сделал для приближения революции, профессионально этим занимался там 20 лет к тому моменту, значит, в январе говорил студентам в Цюрихе, что мы, старые большевики, возможно, не доживем до главных битв грядущей революции. Это делать вам молодым. Через месяц революция случилась, да? Поэтому все, что угодно может. Я говорю, предпосылки базовые созданы. Верхи уже не могут, низы уже не хотят, да? Поэтому предпосылки сложились. Теперь это может случиться завтра, может случиться через полгода, может случиться через год, может даже через 5 лет. Но, в общем, но случится. Ну, то есть, может... смотрите, альтернатива на самом деле, конечно, есть. Альтернатива революции до последнего момента есть. Всегда можно революцию предотвратить с помощью реформ, если правильно делать. И это очень сложно вообще. Как говорил Токвиль, величайший исследователь Великой Французской революции, самый опасный момент для, значит, плохого режима – это когда он пытается стать хорошим. Mm-hmm. Поэтому это в высшей степени сложно предотвратить революцию с помощью реформ, но в целом это требует незаурядного политического мастерства. Путин, очевидно, им не обладает. Но, тем не менее, это, в принципе, можно попробовать. И, может быть, это получится. Да, поэтому я не могу утверждать, что революция точно случится, потому что если преемник, условно говоря, придет и он будет умным, да, то он, в принципе, запустив реформы, как это было в Испании, допустим, после смерти Франко, без всякой революции, буквально за несколько лет Испания из, значит, замшелой, затхлой автократии консервативной превратилась в одну из самых передовых стран Европы. Вот. Но... И... У нас, вы считаете, тоже, да, такое теоретически возможно.
Вы считаете, да? Что ну, мы говорим о преемнике, это выборы 2024 года. То есть еще год будет идти война, еще год она будет, еще год российское общество будет ждать, и элиты будут ждать, терпеть, присматриваться, бояться. Не факт. И так далее. Не факт, я же сказал, на самом деле все завтра уже может кончиться. Угу. В значительной степени это зависит, конечно, от эффективности действий ВСУ. Да, непонятно, насколько вот эта мобилизация в состоянии оказалась укрепить ряды российской армии. До сих пор, конечно, таких видимых позитивных результатов не было заметно, да, то есть уже после начала войны, мобилизации российская армия оставила Херсон. Но, может быть, если бы не было мобилизации, она бы не только Херсон оставила, а уже до Крыма бы добежала. Да, mm-hmm. А так она еще хотя бы на левом берегу там закрепилась. И поэтому не исключено, что все-таки вот мобилизация, она стабилизировала ситуацию. Да? То есть mm-hmm. от этих вот сугубо военных факторов на самом деле зависит все в первую очередь. Все-таки надо понимать, что идет война. Главный поставщик информации, информповодов, это не Пригожин, там, не российские элиты, а главный поставщик новостей — это ВСУ. Вот. Поэтому... и Америка, да, там, условно говоря, если она сейчас еще там 50 хаймарсов там найдет и поставит, да, или какой-то новый невиданный там, новые невиданные ракеты там привезут. В общем, по-новое, это я к украинцам обращаюсь, позитивно, динамика Е. Потому что до этой осени все российские эксперты, с которыми я говорил, практически единогласно утверждали, нефиг на российское общество рассчитывать. Оно аморфно, лениво и лает только по команде. Пока ВСУ не покажут, кто здесь на украинской земле всем папа, ничего не будет. Показали, но, судя по всему, не до всех дошло. Ну ничего, дойдет. Печально, что урок этот будет преподан ценой тысяч жизней наших парней и девушек, лучших людей на этой земле. Ну и ценой десятков тысяч жизней бесправных и безбовных рабов, кое-как одетых в иранские шлемы и разгрузки. Впрочем, это их выбор. Как и выбор россиян – безмолвствовать, потакать, мириться и отворачиваться. Даниил Гранин, когда-то посещавший с группой советских писателей Бухенвальд, в городке, который совсем рядом с концлагерем, спросил у продавщицы воды: «Но неужели вы не знали, что происходило?» И услышал в ответ: «Нет, конечно нет, мы ничего не знали. Но ведь, смотрите, вы видели трубы, они отсюда видны, это трубы крематория», – спросил Гранин. «Нет, мы не видели, мы смотрели в другую сторону». Гранин тогда гениально отметил, что для того, чтобы смотреть в другую сторону, надо точно знать, в какую сторону не смотреть. И в этот раз отпетлять не получится. Весь мир видел Бучу и Мотыжин. И никогда больше не увидит Мариуполь, каким он был до войны. Весь мир видел пыточные в Изюме и темные из-за ударов по гражданской инфраструктуре улицы Киева и Харькова. И увидит еще многое, за что будет расплачиваться Россия. Нет, Гаага будет только для пропагандонов и высших чиновников и офицеров Российского рейха. Простые россияне будут расплачиваться позором, падением уровня жизни, потерей родных и близких на бессмысленной и бесчестной войне. Заплатят все. Учителя, учащие детей рашизму, и полицейские, энергично с огоньком пакующие инакомыслящих. Энергетики, подсказывающие цели для ракет, и железнодорожники, ведущие эшелоны на войну. И чем дольше россияне молчат, тем больше будет счет. Вы часто спрашиваете в комментариях, что делать. Ребят, вам виднее. Там, в России, на вашем месте, вам виднее. Но главное – что-то делать, а не отворачиваться. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.